Всем привет! Сегодня моем инжектор, то есть форсунки инжектора. Вот все приспособы, которые я приобрел для того, чтобы мы помыли спокойно инжектор у нас на ВАЗ 2110. Нестабильные хвосты обороты и что-то провалы какие-то. Вот я определил обратка, что у нас одна из этих трубок — это обратная система. Я ее сейчас чуть подорвал и пытаюсь открутить. Сейчас посмотрим, потечет бензин или нет. Вот, бензин практически течет. Есть та резиночка, которую я сниму. Вот остается вот обраточка у нас такая. Сейчас я подберу на нее какую-нибудь трубочку, чтобы она сливалась у нас в отдельную емкость. Теперь продолжаем. Вот я подобрал обычную трубочку. Давление там небольшое, это же обратная линия. Не будем качать больше 2 атмосфер, ну максимум 2,3. Вот трубочка, которая будет сливная. По ней будет сливаться обратно жидкость винт для промывки инжектора. Сейчас мы соберем саму промывочную систему, простейшую. Будет зависеть от того, что мы соберем, то есть наше качество работы. Сейчас мы собираем, потом я покажу, что я собрал. Такую штуку я собрал. Сейчас я установлю на место. А перед тем, как установить, здесь у нас есть внутри золотничок. Я его откручу. Вылезет какая-то часть бензина, которая осталась в рампе. Вижу, здесь не особо много осталось. Так что вот я снял. Теперь я ставлю эту штуку, которую собрал. Натягиваю. Оттянул и фиксирую хомутом, чтобы это все не слетело. Сейчас я зафиксирую, потом покажу дальше. Вот я все установил, затянул. Сейчас налью сюда жидкость и посмотрим герметичность. Сейчас я отключу эту крышечку, где сосочек, и сюда все залью. Вот такого она цвета получается. Идут пузырьки, заполняется фильтр. И смотрим, там течи нет, вроде нет. То есть все сухо. Сейчас мы туда надаем давление 2 килограмма и посмотрим, будет ли насос или нет. Подвесил баклажку, проверил герметичность, накачал 2 килограмма. Буду запускать машину. Вот обратка, она сливается. Сейчас все посмотрим. Завожу машину. Смотрим на давление. Давление 2 килограмма. В этом уровне поддерживаю. Я отключил насос. Сейчас у нас поступает только отсюда. Вся эта моющая жидкость и моет инжектор. Вот так движок колышматит почему-то. Сейчас мы помоем, посмотрим, что будет дальше. А пока что поддерживаем давление 10 литров. То есть на час работы двигателя все это должно прожечься, если это дело форсунка. И все улучшится. Мы посмотрим, что произойдет. Давление чуть-чуть упало. Можем чуть поднять. Можно 2,3 вот так. Такое давление будет вообще идеальное для подачи сюда. Через обратно у нас ничего не выходит. Но мы выходим, когда будем поднимать обороты до 2000. Сейчас мы пока будем винтом промывать. И будем смотреть, что произойдет. Запах, конечно, не очень хороший. Но фильтр надулся. Видно, ему 2 килограмма хватает, больше не надо. Чуть я подспущу. Вот. 2 килограмма, все работает. Теперь ждем. 10 минут. Фильтр такой же вздутый. Протечек нету.
То есть пока моемся, сюрпризов, я надеюсь, не будет с этим. Сейчас половина объема сработается, потом мы заглушим, то есть форсунки покиснут, чтобы они чуть-чуть размягчился там налет, который есть. Стало появляться трубки обратки. Значит, регулятор тоже замачивается у нас. Идет время, все промывается, все работает. Работало на 2000 оборотах. Так как у меня нету с кем это делать, я работаю один, я отрегулирую. Ну, видно. Вот, вот. Я сейчас поднял. Сейчас посмотрю, сколько оборотов. Ну вот, там 2100 оборотов. Сейчас пусть так поработает 5 минут. А потом я уменьшу обороты, отключусь. Отрегулировал 2000 оборотов, у меня заслонка простая, не электронная. То есть никого нет в салоне, я здесь один мой инжектор. 2000 оборотов, теперь я снизил до холостых. Сейчас чуть поработает, я потом остановлю. Минут 10-15 движок отдохнет, по форсунке отмокнут. И сейчас я вот останавливаю. Очень гадко пахнет, и ненормально дышать им. Ну, просто я показываю, что зажигание работает нормально, исправно. То есть никаких пробоев нету, вспышек лишних нет, получается. То есть форсунки моются отлично. Сейчас я остановлю, 10-15 минут движок покурит, потом продолжу. Прошло 20 минут, я вот завел последний раз. Сейчас она поработает, чуть на холостых, потом опять дам обороты, поработает 5 минут. И до конца уже доработает на холостых. Вот я поднял до 2000 оборотов. Опять с помощью болтика и тросика, которые здесь есть. В других машинах по-другому. С 2000 оборотов. Сейчас все это промывается опять. Лишки уходят все больше и больше. Сейчас останется половина от этого, что вот сейчас есть. Я перейду на холостые обороты, и тогда на холостых оборотах мы продолжим промывку уже до конца, пока машина не заглохнет. Сейчас осталась половина от жижки, то есть от того, что я говорил. Теперь я опять обороты верну на холостой ход. Сейчас я пока ослаблю, а потом я уже дальше отрегулирую. Тросик просто сейчас мне надо ослабить, чтобы он не газовал. Вот. Теперь это все должно идти. У меня не до конца уйдет, чуть останется. Но когда воздух пойдет в систему, значит все. Двигатель заглохнет, я все соберу. В обратной последовательности вот так помыл инжектор. Кто есть желание, присоединяйтесь. Будем дальше разбираться с движками. То есть пока мы на примере десятки практикуем все это. Мытье инжекторов, то есть поиск каких-то неисправностей на машинах. Потом мы будем полетовать на других машинах. Такие дела. Вентилятор. Сейчас мы все домоем. Так что можете подписаться на мое видео. Будем дальше разбирать машины, мыть их, собирать, искать пути решения всяких проблем. Пишите мне, что вы хотите видеть. Я буду рад ответить всем и снять видео на эту тему. Всем пока.